Итак, план действий. Цель – бронированный фургон у периметр Траст в Данвуде в 10 утра. Но нам нужна будет другая, малыш. Та, что не заявит. 8 – быть на месте. Вопросы? У меня, док. Этот вот в ушах вообще хоть слово слышал, что мы на дело идем. Малыш. Цель – бронированный фургон у периметр Траст в Данвуде в 10 утра. Есть тачка для отхода, но я должен угнать с парковки другую, ту, что не сразу заявит в угон, и в 8 быть на месте. Вопросы? Ты был водилой на всех моих делах. Лучше тебя нет. И ты снова мне нужен. Дело сделаем и квиты? После дела мы квиты. Ну, здорово. А че он вечно в ушах? Несчастный случай еще в детстве. Типа психолог? В этой шобле я за психованного. Вакансия закрыта. А как тебя зовут? Малыш. Вот так и зовут? Серьезно? Малыш? В нашем деле. Когда тебя ловит на крючок баба, ты ловишь пулю. Ты мой талисман. И без тебя дело не выгорит. У твоей официантки милая мордашка, жалко портить. Мне нужно на дело, но я не хочу. А чего ты хочешь? Уехать отсюда. Ты со мной? Да, малыш. Через 24 часа полиция бросит на нас все силы. Ты нас не сдал? Твое дело лихачить, а не стучать. Пора завязывать. Уходим. Что происходит? Да ты на Оскара набрехал! 3! 2! Твоя песенка спета. 1! На драйве. Это угон. Моя сумочка! Простите, мэм. Вот же гам.